Так, всем привет, дорогие друзья, а я бы сегодня хотел с вами поговорить на тему про новые выходящие игры 2018 года. И в 2018 году у нас выйдет игра под названием Jurassic World Evolution. Эта игра, можно сказать, продолжение игры Jurassic Park Операция Genesis. Кому интересно, можете посмотреть на моем канале на ее пару видео, потому что я ее снимал. Ну вот, это игра от компании Frontier Developments на Gamescom 2017. Ну, она будет сотрудничать с Paramount Pictures, и их бюджет будет просто огромен. И я думаю, что игра выйдет достаточно хорошей. Или они просто сэкономят деньги, если она выйдет нехорошая. Но я думаю, то, что они так не поступят, и игра будет действительно очень крутой и будет намного лучше, чем Операция Genesis. Говорят, то, что там можно будет делать собственные гибридные виды, как издумается, каких-нибудь новых гибридных видов. Ну, мы этого пока еще точно не знаем. Накануне разработчики представили первые кадры из самой игры, но это вот трейлер. Основное внимание в ролике сосредоточено на динозаврах. Можете даже устроить импровизированную игру. Назови их всех. И хотя Frontier не показывает ни одной секунды непосредственного геймплея, подпись внутриигровой футаж подразумевает, что Jurassic World Evolution выйдет вживую именно вот так. Напомню, что Jurassic World Evolution вам предстоит построить собственный парк развлечений с доисторическими ящерами. Релиз намечен на лето 2018 года. Так что радуйтесь, ребята, летом она выйдет. Я не знаю, правда, сколько она будет стоить, но торрентик можно и поиграть. Она будет доступна для компьютеров, PlayStation 4, Xbox One. Вот такая вот круть. Это пока вся информация про Jurassic World Evolution. Я думаю, вы ждете эту игру, потому что она действительно очень даже, я думаю, выйдет хорошая игрушка. И, разумеется, я попробую летом 2018 года сделать на нее обзор и даже, может быть, ее попроходить. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот у нас сегодня обзорчик. Всем удачи, всем пока.